Ребята, всем привет! Volkswagen Crafter, и я сейчас им буду заниматься. Здесь я переделывал год назад трубочку на цилиндр сцепления. То есть здесь я менял цилиндр сцепления, старый родной оригинальный пластмассовый цилиндр сцепления лопнул, там шток развалился внутри, все. И я купил железный итальянский какой-то, не знаю, может китайский, может какой, но в общем в железном корпусе. А у него был штуцер другой на соединение от цилиндра к шлангу. Поэтому я поставил шланг с базара, китайский шланчик. И вот сейчас по прошествии времени, через год, вот такую тему я заметил, вот шланг. Вот он порепался. Вот здесь у него диаметр маленький. Так, чтобы был натянут на штуцер цилиндра. А здесь диаметр трубки вот этой больше. Поэтому я его так поднатягивал. И он сильно плотно садился. Вот резинка лопнула, порепалась. Вот дырка. Ну и, собственно говоря, в любой момент... Сейчас потеплее будет, но он может просто лопнуть дальше, и отсюда будет течь тормозной жидкости. Вот, родной здесь стоял вот такой вот шланг, вот он. Что этот диаметр, вот, что этот диаметр, он одинаковый. То есть, здесь сколько, на 8, да? Да, примерно на 8, наверное. Или 9, что-то такое. У родного цилиндра, что этот, что тот, штуцера одинаковые по толщине, поэтому вот такой шланг здесь стоял. Вот. Я что хочу сейчас? Хочу вот этот обрезать вот здесь так. А сюда шланг больше диаметра нацепить. Вот. Для этого у меня есть вот такой вот штуцерок-переходник. Это как раз таки 8-9. Вот здесь 8, а это 9. Ну, а это я просто вот сточил, чтобы можно было сюда натянуть, в этот шланг. Вот такой переходник поставлю, и вот такой вот толстый шланг. Ну, только на таком шланге вот такой диаметр, чтобы он мне натянулся вот сюда, на этот штуцерок. То есть, короче, буду так делать. Сейчас тормозуху отсюда скачал. Вон она, тормозуха. Кстати, она вот такого цвета стала. Хотя прошлый год я всю тормозуху залил сюда новую, прозрачного цвета. Она вот такая стала за год. Ну, может, больше, чем за год, да? Примерно так. Вот. Можно было бы отсюда сейчас сразу слить шланг, срезать. Она потекла там в банку, но я тут все оболью. Поэтому я шприцом, вон шприц, шприцом отсюда высосал, чтобы он был пустой. Сейчас я вот срежу это и вот так обрежу шланг и натяну на переходник. Здесь вот два вот таких вот хомута стяжки пластиковые, хотя можно было их не ставить, но я тут раз их поставил. Вот, вот он шланжик. Вот китайская резина. Родной стоял быстро. Не, ну вот это он пластиковый. Но вообще я имею в виду, что если родные резиновые, ух ты так, шланги, то они будут стоять и стоять тысячу лет. Им ничего не будет. Китайская есть, короче, китайская. Так, сюда надо какую-то тряпку положить сейчас, старую, грязную, чтобы не залить ничего. Не хочу марать просто. Оп, вот так. Короче говоря, течет, стекает остатки. Вот, сейчас вот тут резану так ножом.
Да тут маленькая дырка. И вот сейчас я этот штуцерок натяну. Достаточно тоже плотненько натягивается. Там в салоне вроде бы он еще не порепался, где на цилиндр натянутый. Но тут он то, что он сильно был натянут, только он из-за этого тут слишком растянулась резина. Блин, вот китайское качество сразу. Вот и китайское качество. Она плетка сразу распотрошилась. Тогда придется на хомут посадить его сразу, чтобы она дальше не распотрошилась, та плетка. Да, конечно. Вот. Хомутик хоть чуть-чуть, да, удержит плетку. Так. Что за качество такое? Хер его знает. Все одноразовое. Ладно, пойдет, короче говоря. Вот, и сейчас вот этот буквально, короче, натяну этот шланг, этот бензостойкий. Толстый, короче говоря, толстый шланг. Сейчас я его, сколько его нужно, натяну и резану. Ну а что делать? Только так. Вот так. И вот так. Так. Это здесь, вот так сейчас резану, здесь штуцерок, и чтобы натянуть штуцер, и вот так, короче говоря, резануть. Только таким макаром. Ну, вот и все. Оп. Ой, прекрасно. Прекрасная переделка. Колхозная. Колхозная переделка. Ну и фиг с ним. Зато будет стоять надежно. Так, ну и на всякий пожарный. Тоже два хомутика. Чтобы держала. Хотя достаточно. Плотно натянулся. Ну фиг с ним, пусть будет вот так. С хомутом уж точно никуда не слезет. Вот так вот. Вот и все. Даже усики не буду обрезать. Пусть торчат так. Заломаю только их вот так. Вот. Вот и все. Фуфло выкинуть. Фуфло уже здесь не нужно. Вот так. Вот и все. Здесь аккуратно подтереть. Ну вот еще поработает годик-два.
Я так думаю, сейчас уже натяжки здесь не будет такой, резина не разорвется так. Вот, все. Здорово. Вот и отремонтировались. Пойдет, пойдет. Никуда не денется. Да, нормально, короче. Все, сейчас снова залью тормозуху. Может, сейчас найду посвежей. И залью посвежей. Так, ну вот и все. Вот тормозуха. Вот и отремонтировались. Короче говоря, еще походит. Нормально. Так, ладно, с трубкой сцепления разобрался. Теперь очковать не буду, потому что оно у меня там порвется где-то. И побежит, и сцепление не станет вместе с тормозами. Ну, вот так вот отремонтировался таким нехитрым способом. Штуцеровки, кусок шланга. Все, я думаю, походит еще какое-то время. Ну, годик железно точно. Если китайскую резину на китайском шланге не съест тормозу, хотя, в принципе, не должна схавать. Ну, а на этом все. Всем пока. До следующих роликов.